Всем привет, друзья! Так, сейчас я поверну телефон, чтобы видеть, что я снимаю. Всем привет! У меня было две попытки запустить видео обзор одного поединка миксфайта, и обе этих попытки были на корню забиты ютубом, потому что якобы это идет нарушение авторских прав UFC и MMA. Хотя это видео лежало в свободном доступе во многих социальных сетях, в том числе и на Фейсбуке. К чему все это сводилось? Поединок от 11 марта 1993 года между голландцем Пардуэлем и французом суринамского происхождения Вайтом. Весь поединок длился буквально там около 3 минут. Голландец, это его профиль джиу-джитсу и дзюдо, а у француза, ну, чисто обычный микс-файт. Немножко бокса, немножко того, немножко сего. В общем, француз проиграл. Проиграл как? У меня на канале есть одна маленькая коротышечка, и в этой коротышке видно, как голландец хватает француза за руку и неуклюже, но все-таки сваливает его на ринг и начинает его там добивать, вернее, мучает его сначала, а потом добивает. Мучает тем, что его вес на тот момент 120 килограмм, француз весит всего-навсего 77. Сами себе представьте разницу. Плюс еще разница в возрасте. Француз старше на 5 лет. Это не значит, что он, может быть, хуже работает или должен быть более опытный. Просто он в этот момент, как говорится, оказался не в том месте, не в то время. Он дал схватить себя за руку, и голландец его завалил. В конечном итоге голландец просто-напросто ухитрился нанести ему удар локтем в височную кость, в область виска. Француз уже после первого удара начал уходить в полет. Голландец наносит ему второй, третий удар, четвертый, пятый удар приходятся уже в челюсть и в нос. То есть он его конкретно нокаутировал, причем нокаутировал так, что француза потом уносили чуть ли не на носилках с этого ринга. Его уводили под руки тренер и врач. Тема того моего видео, которое YouTube заблокировал, сводилась к следующему, что многие утверждают, якобы ММА – это вершина боевых искусств, это верх мастерства и так далее. Увы, ребята, это не верх мастерства, но и не вершина боевых искусств. Это верхушка айсберга. То есть, если мы беремся утверждать, что ММА – это супер-пупер, мы должны брать в расчет основу, ту базу, на которой построено это ММА. Бокс, самбо, дзюдо, карате. Это 4 основные ветки, из которых создавалось вот это вот непонятно что. Да, для меня это непонятно что. Это узаконенный мордобой, за который люди получают деньги. Но не забудьте, ребята, еще о том, что все вот эти вот рекламные видеоролики, где показывают, какие они становятся сильные, какие они становятся крутые, как они побеждают на турнирах, как они выигрывают чемпионаты, есть еще обратная сторона медали. Вам никогда не покажут в открытом эфире, тем более по телевизору, в спортивных новостях, как становятся эти миксфайтеры калеками. Многие из них просто-напросто уже никогда в жизни не могут встать с кресла качалки. Фу, блин. С кресла каталки. Вот. И некоторые из них просто умирают. Хотите? Посмотрите в интернете, найдите на ютубе. Есть каналы, специализирующиеся именно на вот этих вот, скажем так, поисках правды в этом миксфайте. И вы сами убедитесь в том, что миксфайт далеко не вершина боевых искусств, и это далеко не способ того, чтобы кто-то мог посчитать себя мужчиной. Многие сейчас, особенно молодые люди, считают, что если они умеют очень круто драться, значит, они мужчины. Ребята, со своей стороны я вам скажу следующее. Чтобы быть мужчиной, в первую очередь заведите себе семью, поставьте детей на ноги, научитесь быть правильным мужем, правильным отцом, правильным человеком. Начните читать книги в первую очередь.
А уж потом, после того, когда вы разовьетесь интеллектуально, задайте себе вопрос, а действительно ли человек, занимающийся микс-файтом, супергерой и супермужчина? Вот это все, что я хотел вам сказать. К сожалению, я видео это выкладываю без вставки того видео, о котором я говорил. Я постараюсь его найти. Если я его найду на Фейсбуке, я кину ссылку под этим видео, чтобы вы могли посмотреть этот поединок между голландцем и французом. Вот и все, что я хотел сказать. Сегодня у нас, ну, скажем так, вторая половина ноября. Да, да, мерзнем, блин, Германия мерзнет, люди замерзают, вторая половина ноября, плюс 17 на улице, что будем делать дальше, я без понятия, как мы будем справлять Новый год, без понятия, честно, я даже в шоке. Всем удачи, пока, не забудьте подписаться на наш канал.